Попробуй-ка Шигеркулес. Это настолько полезная каша, что его Геркулес готовит на заводе. Ешьте кашу, Геркулес. Поднимет ом до небес. Если тебя жажда убивает, а воду перекрыли, нету денег и вода только из-под калюжи. Ничего страшного, укради у жажды кошелек и быстро гони в магазин. Там есть напиток попса. Осторожно, это развод, это фейковый пепси. Попса. Настоящий пепси. А что это? Индейка Пава Пава. Особой породы. Птица из чистого края России, Тамбовской области. Она росла на отборном зерне, родниковой воде и прилетела к нам. А что умеет чудо-птица Пава Пава? А вот ты мне и почитай. Нежное филе, вкусные котлетки, вкусные котлетки. Это все Пава Пава? Наша мама-мама. Индейка Пава Пава. Чистый вкус любимых блюд. Когда никто не знал, что злодеи, мне нужен Геркулес, легко сдаются. Послушай, не надо этого делать. Он был первым. Когда никто не подозревал, что победителям легко достается награда.